Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юлий. Девятый день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдание святого священномученика Кирилла, епископа Гуртинского. Святый Кирилл. Его же вера, як у злату искушену пред Богом обретися, от Лукия и Гемона в Дикиево царство к жертвам идольским принуждаем бе. Той святый Кирилл, егда еще лете отрок бяше, уже совершен муж разумом бейте показывавшися, обучаше бы себе в добрых делях и на богоугуждение наставляшися, и где-либо услышу обитающих угодников Божьих, оставляя родителей своих, прилепляшися им, дабы от них, слушая Божье Слово, в вере и в добродетели утверждался. Пришедшу же ему в мужа совершенно и поставлену бывшую епископу в Гуртине граде Критского острова, всегда и словом, и делом представляше себе образ добродетельного жития стаду своему, 50 лет управляя престол архиерейский. И когда вверенных себе в паству добре в Христове вере утверди, и многих от идолопоклонения к истинному Богу приведе, и уже бе в старости глубоции, имея лет 84 от рождения своего, яд бъйстоти гемона Лукия, и нудимый бяше принести жертву скверним их богом. Но богодухновенный муж, Божие заповеди предлагая ему, глаголаше, «Приносяй жертву не богу истинному, но богом чуждым, той потребиться». Глаголый гемон, «Пощади старость твою и поклонися нашим богом». Отвеща святый Кирилл, «Не сама стар, ибо глаголит Господь мой, обновиться, яко орле юноству я. А еже ты советуешь мне, и к часуму принуждаешь имя сего творить мне не лет есть». И гемон же рече, «Слышах тебе быть и мужа разумна и премудра, убо рассуди сам и почти боги наши, а ще хочешь избавитись от имущих быть и тебе мук». Отвеща Кирилл святые сицы, «Воистину разумен и премудр быть явлюсь я, когда то, че суму иных получаю словом, покажу делом во мне самом, прибыв в вере непоколебимой, в муках же непобедимой». И гемон рече, «Усмотри полезную старости твоей, и буди едино с нами». Отвеща Кирилл святый, «Тогда полезное мне обряд, что егда сим чадом моим обстоящим мя образ мужества и великодушия буду». Так он надолзе припирающимся им, егда святый Кирилл божественным писанием уста неверного и неправедного судьи и загради, яко не возмущи ему единого словесе противо отвещати. И видей гемон то, яко в мале невес народ отвращается учением святаго от идолопоклонения их скверного, обращается же к истинному христианскому Богу. Тогда таковый на мученика издаде ответ. Кирилла несмысленного и безумного истребителя богов наших, живаго повелеваю огнем сужищи. Святый же угодник Божий Кирилл, ведомый на сужжение, идяше аки на пир, радуяся, и поя благодарственное пение Богу. И когда же придоша на то место, и деже бе огън уготованный, аби е ввержен бъйст святый мученик посреди пламени огненного, горящо же огню и друван в пепел обращающимся. Стоях у людей верни и хотящи благоговейно собрати оставшие си от огня кости, и се озреше угодника Божия цела и неврежденна среди огня сидяща, руце на небо воздевша. Таково е чудо увидевши идолопоклонники, страхом и удивлением бяха удържими, яко не точу самому угоднику Божию, но ниже одежда его прикоснуся огън. Таково огни у Руси и прохлади его Дух Святый, понеже и он многих от огня Геенска го изхити учением своим, обратив от идолопоклонение ко истинному Богу. Возвещено же то бъйсти гемону, яко епископ християнский Кирилл в огни жив и неврежден обретися. И удиви се и гемон тому попремного и повеля угодника Божия извече из огня представите себе. Увидев же его цела и здрава уже сесия и похвали християнского Бога сотворша го таковое чудо и отпусти мученика свободна. Верни же раб Христов Кирилл святый, не преставаше проповедати Слово Божие, извествуя, яко ти и же веруют во истинного Бога, велием с довоздаяние в Царстве и Небесном приимут. И так у многих от пути погибельного на путь спасения настави, сам же тужаше и плакаше неутешно, яко не сподоби се совершити страдания своего. Народ же его с велием прилежанием в сладост послушая,
Все единодушно и единомысленно к нему притекаху, и ние поне издалече видите того желающие. Як уже бы от словеси го, сице от самого лицезрения его чаяху получите себе спасение, и припадающие к ногам его глаголаху. Веруем в Бога Твоего, яко воистину вели ест возмогите от огня спасти неврежденна. Он же веселя се духом о Господе, приемаше всех к нему притекающих, яко чадолюбиви отец, и претворяше их из синов тмы в сыни светене вечернего, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и глаголаше им, «Можайте се, чадца моя, и да крепит се сердце ваше, будете того верни и раби в него же веровасте. Он же во всем помощник вам будет и подаст вам большая, неже вы получите у него чаете. Ибо ухо не слыша, и око не виде, и на сердце человеку не взойдоша тая же Богу готова любящая ми го». Тако ему верних утверждающу, некто от идолопоклонников возвести гемону я же угодник Божий творит. И гемон же исполни все ярости и гнева рече, «Чесо ради милосердства вахунем, почто из огня изведохи го, почто моим мечем тогда абия не умертвихи го, ныне обонижем мало потерплюемо». И даде вторици от таковой на угодника Божия смертни ответ. Кирила е Гожи из огня изведен на го праведни суд в живых бити не терпит, мечем убити повелеваю. Угодник же Божий услыша в таковой на ся суд, исполни се радости и прослави Христа Бога, яко удостои его бити общника страданий своих, и с весельем преклони главу свою под меч, им же вою ударен, предаде душу свою Господу в шестый идус Юлиев, ежест в десятый день Юлия. Декию велених обладающу, Лукию же в гортине и гемонствующу, в нас же царствующу Господу нашему Иисусу Христу, и муже слава во веки веков. Амин. Конец жития святаго свещеномученика Кирила Гортинского.